Вехи памяти и славы. Приднестровскую молодежь возрастом от 14 до 35 лет приглашают к участию в конкурсе. Он посвящен победе в Великой Отечественной войне. Старт уже с 1 февраля. Конкурс пройдет по трем номинациям. Лучшая статья, лучший сюжет и лучшее стихотворение собственного сочинения. Участникам предлагают рассказать о своих героях. Как воевали, выживали в оккупации или блокадном Ленинграде. Как трудились на благо Родины. Можно взять за основу создание мемориала или одну из страниц истории Великой Отечественной. Свои работы нужно анонсировать и публиковать в соцсетях, чтобы о них узнали как можно больше людей. Определен и срок публикации – с 8 января по 19 апреля 2024. Ознакомиться с условиями и критериями оценивания работ можно на сайте Министерства просвещения, организаторов конкурса.